Фу, наконец-то моя смена дежурства закончилась. Можно спускаться в бункер и немножечко отдохнуть. Опа, приятного аппетита. Фу, спасибо, ты уже все, что ли? Ну да, твое время пришло дежурить. Ой, а я только села покушать. Так что давай, собирайся, значит, этот, и выдвигайся на вышку. Нам нужно постоянно следить за всем, что происходит вокруг, чтобы не было никаких конфузов. Ты же сама это прекрасно понимаешь, да? Да, я понимаю, но мне уже надоело тут все проверять. Тут всегда спокойно. Ну, как всегда. А, вообще, сегодня спокойно. Ну я да, бы предложила у тебе, меня происшествий никаких. Смотреть телек, вот, кушать. Короче, проводить Слушай, время. Но если бы был Нубик здесь, то мы бы что-нибудь допосмотрели, наверное. Типа, Нубик бы пошел, а мы бы тут остались и посмотрели какой-нибудь фильм. Вот, но Нубика нет, поэтому твоя очередь. По очереди Мне дежурим. Мне кажется, сегодня точно ничего не будет. Ну, не знаю. Надеюсь, что все Ладно. Будет хорошо. Я Давай, пошла. У меня все было хорошо. Никаких там ничего, моментов подозрительных ничего не было. Фух, я хоть присяду здесь, блин, на диванчик удобный, потому что это вообще капец, ребята... Вы не представляете, как мне надоело уже дежурить. Наверное, нужно накопить денег и купить какие-то автоматические турели, чтобы, значит, они, в случае чего, защищали нашу эту базу. Стой! Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Вот. У нас здесь база, это, короче, мы в пустыне где. Я думаю, вы помните ее. Опа, печенье, подожди. Что? Что, блин? Сирена, что случилось? Только что же было все хорошо. Так, быстро на позицию. Выдвигаюсь. Я зарядился. Каска, бронежилет сюда. Эй, Фиалка, что случилось тут? Нифига! Енот, ты только посмотри, сколько их тут! Чё я вышла! Такое? Это и что, они колонки? Уже здесь все стояли! Чё за фигня? Пошли вон отсюда! Откуда они, блин? Я не понимаю! Я ничего не понял. В смысле? Только что же все было отлично. Никого здесь не было. Офигеть, со всех сторон тупо. Ничего Дай, себе, блин. Дай, посмотри, сколько их. А что делать-то, а? У нас патронов хватит, надеюсь. Так, давай. Это подожди, это что, блин, эти скибиди туалетные, что ли, колонки? Да, это они. А что их, походу, заразили скибиди туалеты, блин, эти? Так. Они так, хотят, так. наверное, отобрать нашу базу. Тут еще сзади, блин, дофигища их. Ёлки-палки. Так, сюда. Отстреливаем эти колонки. Нифига, наверное, я парочку гранат потрачу. Опа, на. Вот, гранаты хорошо работают. Так, во. Вот это я понимаю, прям отлично. Ладно, хватит гранаты тратить. Так, давай. У тебя там патроны есть? Тебе не нужны еще патроны? Ну, вроде хватит. Хорошо. Я надеюсь. Давай, отбиваемся от этих колонок. Что за фигня, блин, только что я дежурил, все было отлично. Как я? Да ну, я не мог не заметить столько колонок в округе. Так. Они напали буквально через 5 минут, как я ушел. Да, это как назло прям. Сказала, что будет спокойно, и вот на тебе. Что за фигня, блин, в натуре какая-то жесть тут творится. Так. Вечно к нашей базе кто-то цепляется. Пошли вон отсюда. Вон, пошли, я сказал. На самом деле, да, она крутая. Причем именно эту базу недолюбливают камерамены. Зараженные или не зараженные. Помнишь? Нет, зараженные, подожди. На нас тогда нападали здесь камерамены еще. Со шпионами было дело. Ёлки-палки, что теперь, блин? Колонки. Что дальше будет? Так, давай сюда. У меня не так много с собой патронов, но еще сумка одна есть. И Но надеюсь, ты можешь этого спуститься, хватит. Если что. Да куда спуститься? Тут, блин, надо отстреливаться постоянно. А то, блин, сейчас они перелезут через забор, это и все. Так, давай сюда. Ну да, а потом открывайся в бункере. На тебе. Есть такое дело, есть, хорошо. Вот здесь еще две колонки. И а, там он еще вдалеке. Я впереди. Давай. Сейчас я вот эту попытаюсь загасить. Так, есть, минусанул. Эту тоже сейчас настреляем по ней. Так, ну давай, подходи сюда. Хорошо, с этой расправился. Есть еще где-нибудь, нет? Вон еще колонки. А, так, да, я выхожу. Да. Я выхожу. Закрываю дверь сразу. А ну сюда подошла ты, колонка дурацкая. Ух ты, нифига, их здесь три. Ого, прикрывай меня. Так. Стараюсь. Есть. Эту завалили. Еще где-нибудь видишь колонки? А ну подожди. Че за жесть, так, друзья? Здесь нет? Давай выйдем. Так, расстреливаю обойму, короче. Опа. Я бегу вокруг, я уже за нашей базой. Хорошо. Кажется, здесь никого. Ну-ка. Нет, слушай, походу со всеми разобрались.
Фух. Это в натуре фух. Что за жесть такая? Откуда их столько? Да, и знаешь, я уже начала переживать, что нам не хватит патронов. У меня осталось 8 обоим. 8 обоим и одна в автомате, 9. Так, алло, дверь, не надо передо мной закрываться. Короче, нам, я там внизу сидел, размышлял, нам нужны турели купить, короче, срочно. Да, я еще говорил об этом в прошлый раз. Купить турели автоматически, чтобы они, если что, сразу начинали стрелять, отстреливаться, защищали базу. Потому что, ну, это какой-то капец. Мне уже надоело, если честно, дежурить. Да. Как Нубик вернется, нужно будет этим заняться. Короче, ладно, давай, дежурь дальше. Если что, хорошо, сразу включай сирену. Я пошел обратно в бункер. Фух, вот это, блин. Только я вышел отдыхать, и сразу жесть начинается. Ну вот за что? Почему, блин, это? Так, снимаем с себя, значит, шлем. Снимаем бронежилет. Нужно будет еще, кстати, сумку с патронами будет. Так, эту сюда выложим. А, и оружие тоже можно сюда выложить. Так, все, капец. А то с оружием постоянно ходить, это прям такое себе. Я бы, если честно, немножечко полежал, отдохнул. О, может быть, кстати, можно посмотреть что-нибудь по телевизору. Какую? Что? Опять? Серьезно, блин, что за приколы? Так, 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 быстро все беру. Быстро все беру. Что там за стрельба уже? Ух ты, елки-иголки. Так, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Патроны, 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 патроны. Нужно пополнить патроны срочно. Так, патроны, патроны здесь, патроны здесь. Блин, фиалка там одна отстреливается. Так, сумку резервную беру. Резервную сумку взял, все, я вылезаю. Вылезаю быстренько наверх, нифига там. Че за жестяк? Так, 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 так. Че происходит? Спикермены! Где ты там носит? Да я здесь, что здесь творится? Откуда здесь спикермены? Нифига себе. Они даже песни поют. Жесть, что за... Что за дела такие, я не понял. Это вообще полный капец. Наверное, они точно сговорились. Давай, 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 отстреливаем их, отстреливаем. Так, 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 ну-ка. Подожди, еще колонки идут. Да, их еще больше стало. Че за ужас такой, блин, откуда? Смотри, здесь вообще ничего не видно. Надо сирену выключить. Давай, 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 выключай сирену. Опа, опа, а то будет только привлекать сейчас. Так, вот туда граната пошла. Граната пошла. Граната еще пошла. Ой, хорошо, граната залетела. Так, давай, отстреливаем их, отстреливаем. Нужно избавиться как можно быстрее от этих всех спикерменов. Хорошо. Что за, блин, фигня? Откуда вы вообще беретесь? Да, блин, что вам надо от нашей базы? Я не понимаю ничего вообще. Так, 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 отстрел идет. Отстрел идет, хорошо. Здесь колонки вот эти все минусуем. Блин, спикермены живучие очень. Много патронов на них уходит. Так, этого вынесли. Этого вынесли. Тебе патроны надо принести? А, вроде еще нет. Я пополнил с прошлого раза. Так, так, так. Хорошо, так, так. Хорошо. На, целая партия откинулась. Хорошо, действительно. Так, идем дальше. Идем дальше сюда. Отстреливаем вот здесь. Давайте вы подходите на забор колючий. Всех сейчас тут, блин, пораскидываем. Так, 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 так. Вы что, думаете, так легко прорветесь на эту базу? Так легко поймаете нас? А нифига подобного. Мы будем вам тут сейчас, блин... показывать, что такое патроны и оружие, и как этим всем пользоваться. Так, 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 это так. Точно. Опа, на. Сюда, 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 сюда. Давай, подходи, спикермен. Че, не можешь ничего сделать, да? Не можешь? Руку свою сюда просунуть через колючую проволоку. Во, зажимай, зажимай туда, фиалка. Вон еще подбегает, смотри. Да я вижу, тут со всех сторон они идут на нас. Так, здесь этого вынесли, вот этого пытаемся вынести. Сзади есть кто-нибудь? Так, стой здесь, или ладно, я здесь буду стоять, а ты тогда беги в другую сторону отбиваться. Хорошо, так, хорошо. Так, 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 так. Ребята, это просто полный капец. Опа, у нас получается. Колонки еще идут. Колонки идут еще, капец, блин. Куда вы тут идете? Давай, 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 пытаемся, пытаемся их вынести. Так, 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 опа, на. Офигеть, их как много. Домой нифига... идите! Фиалка, я не знаю, мы с ними справимся или нет. Их тут реально очень много, этих колонок. Давай, так, без вопросов, мы должны это сделать. Так, 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 это точно. Мы действительно должны это сделать. О, да тут вообще капец. Там еще спикермены идут, смотри. Да, нифига, да, да, я себе вижу. Нифига себе, ребята, что за жестяк. Так, 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 так. Песни поют свои тут еще. Это вообще ужас какой-то. Ну-ка, давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Так, что по патронам? Патронов немного уже осталось. Патронов немного. Нужно как-то немножечко экономить. Так, так. Опа-на. Сюда. Отстреливаем дальше. Отстреливаем, отстреливаем, отстреливаем. Всех подряд. Так, 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 так. Наверное, пришло время для гранаты. Так, бам. Бам, бам. Вот так вот. И последнюю гранату свою выкидываю. На, прямо туда, в толпу. Хорошо залетело. Так, у тебя там нормально все держишься?
Да-да-да, пока в порядке. Отлично, отлично. Держимся так дальше. Я думаю, рано или поздно мы от них избавимся. Ну-ка, давай, давай, давай. Опа, на, нифига, блин, снова петь начали. Опа, опа, тихо. Интересно, а когда они поют, они регенятся? Не знаю, может быть, они наоборот привлекают еще больше своих вот этих клонов, блин. Так, 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 на тебе. Наверное. На тебе. Здесь партия целая упала. Очень здорово, неплохо, хорошо, отлично. Так, сюда, сюда, сюда. Вот здесь надо немножко порастреливать еще. Патроны 6 обоим. 6 обоим осталось уже, прикинь. О, нет! Чё? У меня один магазин только в руках. Так, я можешь сюда спрыгнуть. Ты где? Я тебе выдам этот, ну, я сумку уже резервную. Бункер залажу. Ладно, спасибо. Давай, хорошо. Опа, на. Опа, 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 опа. Тогда, наверное, мне самому придется использовать эту сумку. Так, если гранаты у тебя остались, кидай, потому что у нас тут капец их как много. Ёлки-палки. Сейчас еще принесем. Давай, хорошо. Опа-на. Вот этого выносим. Ребята, капец, вы посмотрите, сколько здесь спикерменов и колонок напали на нашу эту базу пустынную. Постоянно на нас кто-то из зараженных камераменов нападает, блин, сюда. Так, 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 так. Опа, все, патроны кончились. Ёлки-палки. Так, гранаты тут. Давай, давай, давай. Закидывай их. Я сейчас патроны пополнил. Сейчас я тут разберусь со всей этой кучей. Ну чё, вы не можете пролезть, да? Если бы мы не стреляли, они бы уже давным-давно были внутри нашей базы. Так, 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 опа. Да. Опа. Еще не ясно, что было бы с нами. Отбиваемся, отбиваемся, отбиваемся здесь. Так, еще есть кто-нибудь, нет? Вон, возле ворот. Нифига тут какая куча их. Давай, заряжайся быстрее, фиалка. Так, хорошо, так, хорошо. Так, так. Опа, она. Так, куда побежал? Алло, я тебя не отпускал. На, просто бам. Хорош, я это видела, молодец. Зарядил в него целую очередь патронов, он упал. Ну-ка сюда, вот здесь вот, вот так вот, хорошо, давай-давай-давай, еще чуть-чуть, вон возле двери один. Молодец, и вон там еще один. Вон, возле палатки, да. Так, стреляем, 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 упал, еще слева. Еще, заходит, заходит. Еще, видишь? Так, 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 надо осмотреться. Идем на выход, открываем дверь. Ну-ка, надо пробежать вокруг, короче, чтобы здесь все увидеть. Так, так, так. Окей, так, я так, буду так, пока дверь сторожить. Давай, хорошо, я сейчас с этой стороны подбегаю, здесь никого. Сразу, короче, вокруг оббегая все быстренько. Капец, фиалка, блин, вот это вот вышло на дежурство. Тут вообще жесть какая творится. У меня было все тихо, спокойно. Не надо было выходить. Я тут чуть ли не засыпал, блин, уже сидел на этой вышке. Слушай, я никого не заметил. Это хорошо, мы справились, получается. Кажется, чисто. Да, блин, так патроны кончатся скоро, прикинь. Что будем без патронов делать? Закроемся в бункере и будем сидеть, наверное. Не, будем их изготавливать. Изготавливать? Как мы тут изготовим патроны? У нас даже ничего здесь нет. Ни пороха, ни заготовок, ни гильз вот этих вот. Ничего нет. Ну, будем плавить железо. Жесть, слышишь? Да ну не, я что-то таким не очень хочу заниматься. Короче, я пошел еще за патронами и заодно в бункер отдыхать. А ты продолжай дежурить. Хорошо? Хорошо тебе, отдыхай, говоришь. Я дежурил перед тобой, блин, алло, а ты отдыхала там сколько? Ну, у тебя было все спокойно. А я-то при чем тут? Не я же, блин, зову их. Короче, это точно. Если что, зови. Я пошел. Хорошо, если что, горит. Я включу сирену и приноси печенье. Печенье? Да. Ну ладно, хорошо. Так, 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 быстро спускаемся сюда. Пополняем патроны, закрываем, короче, значит, бункер. Так, сразу сумки у нас были вот здесь. Наверное, я распакую штуки 3. Так, 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 так. Сразу пополню патроны, чтобы у меня были уже готовые, чтобы в случае чего не тратить на это лишнее время. Все равно как бы патроны нужны будут. Так, это печенье, аптечки и надо взять две резервные сумки. Две резервные сумки. Так, оружие выкладываем. Снимаю каску. Снимаю, значит, вот так вот бронежилет. И можно наконец-то полежать и просто отдохнуть. Я уже устал стрелять за сегодняшний день, друзья. Это просто какой-то ужас. Капец самый настоящий. Что тут у нас по телевизору показывают? Или может лучше посмотреть? Чего, блин? Серьезно, опять? Так, ну что такое? Жесть уже какая, там стрельба началась. Так, 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 давай сюда, сюда, сюда. Печенье она еще говорила. Давай, хорошо, беру печенье. Беру печенье, оружие сюда беру. Так, поехали. Вылезаем, 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 вылезаем. Быстренько, быстренько, быстренько. Фиалка, что тут снова творится? Ты гляди только, кто тут здесь? Че, где, кто? Никого не... О, блин, спикермен! Это улучшенный! Фига себе, лупи его давай! Так, 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 ничего себе, подожди, как? Откуда? Что, блин, за фигня такая? Не понимаю! Колонки, вау. Спикермен, держи печенье, печенье держи. О, спасибо, спасибо! Офигеть, он быстрый! Есть. Вот это он быстрый, что делать с ним будем, а?
Так, Валить его надо! Я не знаю как, блин. Это просто жесть, друзья. Чё творится здесь? Так. Мы вообще здоровье почему ему сносим? Почему так много? Жестяк полный. Так, ладно, давайте, короче, вот так вот делаем. Опа. Хорошо, взрывается. А, это ты гранаты кидаешь? Гранаты, да. Так, гаси, слышишь? Давай, надо с ним разобраться. Он, блин, самый крутой и управляет ими всеми. Давай. По ногам ему лупи, чтобы он бегать не мог. Так, давай, сюда отстреливаем. Патроны есть, пушка заклинила. Нифига себе. Кошмар, почему он такой сильнейший? Да потому что это спикермен 2.0, блин. Его улучшали сами скибиди туалеты. Так. Опа, гасимся. Так, тут сзади полный капец еще, да? Ох ты, елки-палки. А ну давайте сюда, подходите, блин, вы. Веди его сюда, вперед. Вперед веди хорошо, его. Хорошо, перезарядка. Это просто полная жесть. Где он там? Ты с какой стороны? Так. Ага, вижу. Я возле тебя. Вышки. Вижу. Давай, сейчас мы его добьем здесь. Так, ну вернее как, добьем. Надеюсь, мы его добьем. Офигеть, ребята, вот это жесть. Сам спикермен 2.0 напал на нашу базу в пустыне. Ага, куда ты побежал? Во, вот так вот пускай стоит. Неплохо, он тут запутался в проволоке. Смотри, нифига, он не может ничего сделать. Да, хорошо, держим. Зажимаем в него. Так, тихонько. Вот так вот. Отлично. Отрабатываем по этому спикермену. Надеюсь, патронов нам хватит. Он очень живучий. Он бьется! Осторожно, фиалка. Так. Ого, блин, куда побежал? Я тебя не отпускал, блин, ты. Опа, она, отлично. Колонки еще идут, колонки. Так. Какой кошмар, я думал, это все. Фига себе, походу, не все. Опа. Давай. Спикермена стреляй. Надо с ним точно справиться. Так, опа-на. Спикермены еще, кажется, идут. Ёлки-палки, это просто жесть. Что это такое происходит сегодня? Ну-ка, давай. Отстреливаем. Блин, я ему вообще здоровья не наношу практически. Вернее, не сношу. Так, опа. Мы ему сняли процентов 15. Жесть, сколько там здоровья у него. Опа-на, отстреливаем дальше. Давай, во, у тебя прям с пулемета отлично получается. Так, сюда отстреливаем. А я забыла, какая у тебя пушка? У меня автомат, так. Опа. Точно. Опа, у меня патроны очень быстро улетают, и он а такой... А сколько в магазине? 30. Так. Ну да, это мало. Вот у меня смотри, 200. Считай. Раз, два, три, четыре. Все, обойма улетела. Очень быстро патроны вылетают. Так, смотри, мы тут вроде немножечко подразобрались с ними. Давай. Кидай гранаты. Опа. Фига себе. Хорошо, там, слышишь, повзрывались. Ничего себе. Так, он убегает или нет? Что происходит? Так, я вот здесь, наверное, стану сверху. Не убежит! Давай, стреляем. Нам надо его замочить. Ух ты, сзади сколько еще подошло. Капец какой. Какой кошмар! Давай. Надо, короче, пробовать. Надо не сдаваться. Так, сюда. Половину уже скоро снесем ему здоровья. Так, отлично. Вот, пусть он вот так вот и стоит. У нас вроде неплохо все выходит. Так, давай. Хорошо. Приближаемся к половине здоровья этого спикермена. Сколько же у него жизни там, а? Я не знаю, кто еще столько выдержит, блин, выстрелов. Так, сюда, поехали, отстреливаем. Ой, как полосочка улетает, хорошо. Так, давайте сюда, подходите все. Подходите к забору, коцайтесь на этом заборчике. Так, быстренько. Отстреливаем дальше. Отстреливаем. Спикерменов тут вообще кошмар. Ого! Это он запел, что ли? Так. Он регенится, давай быстрей! В смысле регенится? Куда? Кого? Стреляем. Надо не дать ему восстановить здоровье. Начал. Нельзя дать ему восстанавливать здоровье. Давай. Еще надо стрелять. Опа-на. Куда ты? Алло, куда ты? Давай сюда подходи. Так, есть такое дело, хорошо. Здесь у нас все вроде как неплохо идет. Хорошо, здесь почти справились. Давай. Ну-ка, побежал. Смотри, он постоянно меняет место своей дислокации, блин. Так. Да, он блин. Хочет нас запутать. Снова поет. Так. Ну-ка, есть еще там? Ага, вон там еще толпа целая стоит. Так, давай. Смотри, там уже меньше осталось половины. Да. Так, я сумку еще распаковываю, потому что патрончики немножечко подзакончились. Так. Так, я его потеряла. Кого потеряла? Он вот возле тебя стоит. А, точно. Вот он стоит. Давай. Ага. Гаси. Так. Вот сюда. Так, я прыгаю сюда, наверное. И шлеп. Вот так вот. Не могу запрыгнуть. Ё-моё. Ладно, вот здесь стою. Стреляем по коленям ему, короче, чтобы он не мог так быстро бегать. Это он что-то прям вообще резвый.
Так, хорошо, спикерменов здесь немножечко подпилили уже. Да ух ты, блин. Патроны у тебя есть? Сумка нужна тебе? Так, 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 опа. Не-не-не, мне хватает. Хорошо, хорошо, а то у меня вот уже немного подзакончились. Давай, у него уже процентов 20 осталось. Еще чуть-чуть, и мы справимся. Так, давай, хорошо, давай. Отлично. Очень-очень здорово. Наконец-то, блин. Блин, сколько же в него патронов всадили? Больше 1000, наверное. Так, сюда. Сюда, 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 сюда. Давай, 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 давай. На тебе. Здесь спикермены кончились. Так, вон там еще есть спикермены. Нифига. Опа. Ух ты, блин, еще бегут, еще бегут. Нет, нет, Капец! Нет. Надо быстрее его завалить, чтобы он не призывал еще. Быстрее завалить, чтобы не призывал еще. Ого-го, вот это прям действительно много. Так, я вниз к тебе тут немного спустился. Давай, 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 почти добили его, у него чуть-чуть здоровья. Давай так. Еще чуть-чуть. Добиваем, добиваем, добиваем спикермена. Никуда ты не денешься. Все, хана, он тут застрянет, походу, уже. Он застрянет и не выйдет. Смотри, из этой колючей секунды проволоки. Остались. Давай, ой, нет, давай, перезарядка. Давай. У меня тоже уже 4 перезарядки произошло. Все. Есть. Мы смогли. Давай, надо еще от этих избавиться. Еще не победа. Так, 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 сюда, сюда, сюда. На. У меня немного обойм остается уже. Наверное, сумку распаковываем. Сумку распаковываем. Быстро, быстро, быстро. Вот так вот отстреливаем колоночки спикерменчиков. Ага. Попеть решили. Нифига у вас не выйдет. Пошли вон. Так. Пошли вон от нас и от нашей базы. О, давай гранатами в них. Так, вот здесь еще один. Ух ты, тихо. Тихо, 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 тихо. Вот так вот сюда. Хорошо, еще где-то есть, еще вот здесь есть. Ага. У меня, если что, аптечка есть. Да, у меня тоже, у меня тоже. Так, сюда. Отличненько, отличненько, отличненько. Здесь мы здесь справились. Давай. А, блин, тихо, чуть не улетел туда. Прости, прости. Я тебя подлечу. Выносим, выносим, выносим. Хорошо. У меня нормально, у меня бронежилет защитил от взрыва. Так, возле входа еще немножечко есть. Здесь открываем. Открываем. Так, я выхожу, выхожу, выхожу. Закрой за мной дверь. Аккуратно, аккуратно. Давай, давай, давай. Так, сзади никого, сзади никого. Опа. Ребята, это просто какой-то кошмар. Так, давай, давай, давай. На, падай уже. Опа, здесь еще 2 спикермена. Так, минус один, минус второй. Фух. Еще есть где-то? Так, нужно все обсмотреть. Так, проверяем. Быстренько, быстренько, быстренько. Идем сюда. Смотрим, что здесь. И кажется, здесь нет. Кажется, здесь никого нету. Слушай. Еле справились, нифига себе. Это было очень жестко, я даже вспотела не один раз. Мы потратили почти все наши патроны, которые у нас вообще были. Залетай! Жесть, я забегаю, забегаю. У меня надо осталось... будет еще их заказать. У меня осталось 12 обоим, это просто кошмар. Фух. Я не знаю, что, блин, давай я, наверное, буду с тобой тут дежурить, потому что это что-то прям вообще жесть какая-то.